Здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я хочу рассказать вам о нашем новом модуле «Пункты». Что это такое? Зачем они нужны? И что мы с ними дальше будем делать на нашей сети? Итак, модуль «Пункты» – это поощрение. Поощрение за ваши действия, за вашу активность в нашей сети. Мы их будем видеть вот в этом меню. Когда их откроют, у вас здесь будут пункты, и вот в этом окошечке тоже через пару часов их открывают, и вы будете видеть количество пунктов, то есть это ваш третий кошелек на вот этом месте. За что получаем пункты? Пункты получаем за приглашение, то есть вот вчера вывели сюда нам нашу реферальную ссылочку, чтобы было проще работать, так как искать ее здесь было довольно-таки сложно. Она сейчас сразу у вас в кабинете, то есть сразу на стене, на общей стене. И вот так будут выглядеть наша страничка пунктов. Сейчас пока у меня 0 пунктов, они еще не активированы. Вы будете получать их за приглашение партнеров, за комментарии, за лайки, за реакции, за любое действие на сайте вы получаете пункты. Если вы, допустим, поставите сейчас «Мне нравится, когда включат», или комментарий, напишите что-то в блогах, у себя на стене, напишите что-то в группах, поддержите участников в группах, вам будут начисляться пункты. Эти пункты автоматически будут пересчитываться на внутренний баланс. То есть здесь у вас начнет тоже идти денежка. Внутренний баланс. Это опять-таки, так же, как и в нашем потоке денег, это деньги, с которыми вы работаете на сайте, с которыми вы работаете у вас в кабинете и можете и рекламу запускать, и пользоваться нашими функциями VIP-партнеров. То есть вы можете накопить, взять VIP и уже там работать с VIP. Что дает VIP, вы знаете, да? То есть вы видели поднятые сообщения, они постоянно вверху. Ваши предложения будут видеть все постоянно вверху. Оно будет в приоритете. VIP дает еще много функций. Можно стать в невидимку, можно делать некоторые вещи, которые обычный пользователь не может делать. То есть с внутреннего кошелька мы работаем на сайте. Будут подключаться новые модули. Опять-таки оплату, если это платная будет, можно будет с внутреннего кошелька делать. Хочу уверить, меня уже спрашивали, у вас подарки платные или не платные. У нас подарки, вот у нас бесплатные. Мы можем здесь пока выбирать эти, сейчас будет еще один пакет сюда добавлен. У нас подарки платными не будут. Подарок — это то, что привлекает внимание без спама к вашей страничке. Без спама вы дарите подарок и, соответственно, человек идет к вам на страничку. Вот это главная страничка, ваша страничка личная. Это то, что привлекает внимание. Это платным не будет. Самое большое количество пунктов вы будете получать за приглашение. То есть вы пригласили партнера и автоматически получаете сейчас 3 пункта. Это в 3 раза больше, чем за каждое ваше действие. Накапливайте пункты, включайте рекламу. Активируйте VIP, активируйте функции. Сейчас все здесь делается для того, чтобы вы могли в будущем с нами построить себе пассивный доход. Здесь будет еще реклама, здесь будет еще серфинг. Сейчас еще дорабатываются наши так называемые кликалки, платная реклама, за которую вы получаете здесь доход, не вкладываясь. Те, кто хочет больше, конечно, должны будут активироваться, это понятно. Те, кто работает чисто на кликалках, тоже сможет здесь заработать. Сейчас этап, который у нас идет на то, чтобы опять-таки наращивать массу своих партнеров. Чтобы было чем больше партнеров у вас по вашей реферальной ссылочке, тем выше будет ваш пассивный доход. То есть вы будете получать реферальные сейчас за активацию пакетов, в будущем за их действия будут подключаться еще модули, за которые вы будете получать деньги. Поэтому берете вашу реферальную ссылочку, приглашаете в сеть,
Пусть люди адаптируются, начинают работать, и мы уже начнем дальше двигаться, начнем дальше открывать наши модули, чтобы был доход еще лучше и еще больше. Желаю вам хороших профитов с нашими компаниями. С вами была Татьяна. До следующего видео.